Добрый день, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии вручения награждения лучших выпускников ЧГПУ 2012 года. Ежегодно мы чествуем лучших из лучших, тех, кто за годы своего обучения в ВУЗе добился высоких результатов в научной деятельности, победы наград в спортивной и творческой деятельности, тех, кому не безразлична жизнь университета, для кого общественная работа не рутинная обязанность, а душевная потребность. Именно эти достижения позволили присутствующим здесь пятикурсникам войти в диск 100 лучших выпускников ЧГПУ 2012 года. Именно за эти достижения мы их сегодня поздравляем. И первые слова поздравления в ваш адрес прозвучат от руководителя, от руководства университета, а именно от проректора по учебной работе Георгия Сергеевича Шкребня. Добрый день. Здесь находится, я, наверное, повторюсь, каждый год говорим эти слова. Здесь находится золотой фонд нашего университета, и именно вам в текущее десятилетие наращивать авторитет и престиж университета. Маленькие примеры. Вот у нас закончил 2 года, по-моему, назад Андрей Арабаджи. Слышали такое в профессиональном педагогическом институте. Он уже стал победителем в конкурсе «Педагогический дебют в городе», а вот буквально пришли известия, в мае месяце он занял 3-е место в педагогическом дебюте уже в России. И когда он выпускался 2 года назад, он также вошел вот в этот диск 100 лучших выпускников. О наших лучших выпускниках можно говорить много. Вот возьмем наших ребят, которые участвуют в творческих коллективах. Вот поднимите руки, кто был на гала-концерте «Российской весны студенческой»? Маловато, маловато. Неактивные друзья. Вот кто был, что вам запомнилось? Первый номер. А первый номер какой был? Да, ансамбль духовной музыки от имени Челябинского педагогического университета поздравил всех участников весны студенческой и присутствующих на гала-концерте. Вот среди этого коллектива много ребят, которые вошли вот в этот диск 100 лучших студентов, выпускников Челябинского педагогического университета. Или буквально в мае месяце прошли студенческие легкоатлетические соревнования за счет спартакиады университетов по легкой атлетике. И кто первое место занял? Опять же, Челябинский педагогический университет. Кстати, я вот по гала-концерту не договорил. Наш коллектив начал гала-концерт и закончил гала-концерт. Такого не удавалось ни одному вузу. Вот это потенциал творческий этой группы наших ребят. В соревнованиях по легкой атлетике наши спортсмены, среди них те, кто тоже входит вот в эту, ну тут не сотни, в этом году 130 ребят оказалось достойных вот войти в этот диск. Они, спортсмены наши, заняли
первые места и в зимних легкоатлетических соревнованиях, и в летних легкоатлетических. А четверо наших студентов, один преподаватель, недавний выпускник, сейчас проходят отбор на летнюю Олимпиаду в Лондоне. Среди них Дмитрий Стародубцев, Игорь Перемота, Никита Онищенков и забыл четвертую фамилию. А буквально вот недавно пришло очень такое сногсшибательное известие. Студенту второго курса заочного отделения естественно-технологического факультета Катунькину Артему Викторовичу присвоено высокое звание Героя России. То есть герои живут среди нас. Не только мы можем смотреть на какие-то другие подразделения, особенно там войсковые и так далее. Вот простой студент заочного отделения, герой России. Вообще за 77 лет работы нашего университета у нас три героя. Правда, там герои Советского Союза, Невзгодов и Иванов. И сейчас вот Катунькин Артем, Герой России. И единственный у нас учитель, Герой социалистического труда, Леднев Василий Матвеевич, выпускник естественно-технологического факультета. Он всю жизнь проработал в губернской школе Гаевского района. Сейчас мне трудно сказать, работает он или нет, ему уже за 90 лет, но он жив еще. И вот наше государство оценило труд сельского учителя, и я думаю, вы тот потенциал, который принесет славу, дальнейшую славу нашему университету. И вы, когда проходите мимо вахты, видите самых-самых-самых выдающихся и писателей, и хоккейных тренеров, и олимпийских чемпионов, и детскую поэтессу, и автора сценария известного фильма «Вам и не снилось», и многих-многих других. В нашей Челябинской области всего 6 народных учителей. Ну, заслуженных учителей больше, только наших выпускников где-то около 500. А звание народных учителей присваивают очень редко. И вот 6 человек в Челябинской области, так и 6 человек 5 наши выпускники. И последнему, кому присвоили звание народный учитель, стал ныне экс-директор 11-го лицея города Челябинска Гостев. То есть, дорогие друзья, у вас большое поле деятельности, у вас все впереди, и мы надеемся на вас, что слава Челябинского педагогического университета будет прирастать вами. Ну а сегодня вам низкий поклон за ваш труд в течение 5 лет. И успехов вам в сдаче государственной аттестации, видимо, у многих уже только осталось диплом сдать. Правда, некоторые только-только начали госэкзамены, но это немного у нас факультетов, которые поздно начинают государственную аттестацию. Основная масса студентов уже заканчивает
государственную аттестацию, насколько я в курсе дела. Она проходит у нас достаточно хорошо, и каких-то таких негативных случаев единицы. Еще раз вам глубочайшее спасибо за ваш труд, за вашу учебу. Здоровья вам, счастья семейного, личного. Вашим родителям низкий поклон, успехов и в добрый путь, дорогие друзья.